Наконец-таки я могу посмотреть расслабляющее видео и отдохнуть. Чего тебе нужно? Короче, помнишь, что у меня в долг брал 100 рублей? Нет. Ну, короче, я придумал способ, как тебе заработать деньги. Короче, приходи по этому адресу, сейчас скину. И, короче, тебя там будет ждать автобус, и он отвезет тебя туда, куда нужно. Ну, короче, сам разберешься. Ладно. Интересно, это нормально, что с нами ездит бронемашина? Внимание, к базе приближается один объект. Вот так, окей, так. Внимание, к базе приближается один объект. Вас понял. Быстро, быстро, быстро. Let's go, пацаны, let's go. Опа. Кто таков? Я свой. А, ну ладно, проезжай. Друган говорил, что мне нужно ему позвонить после того, как я приеду. Да отвали ты от меня, я сказал тебе не... О, Вандос, привет. Ты уже доехал до Саратова? Ну, да. Ну, как там тебе городок, нормально, нравится? На, сволочь, будешь знать, как выкладывать видео, как сбежать с Саратова в ТикТок. Ну, как сказать, нормальный такой городок. Ну, окей, короче, я тебе сейчас адрес скину, и ты вызови такси, по этому адресу приезжай, там, короче, твоя работа будет. Окей, ладно, давай тогда. Пока. Ой, ни хрена себе. Гонщик нереальный. О, здорово, это ты новый работник? Ну да. Короче, сразу скажу, правила зарплаты у нас вон туда посмотри. Меня это устраивает. Ну ладно, короче, вон там шахта есть, но ты, наверное, в Майнкрафт умеешь играть. Короче, заходи в шахту номер один, и там тебе все расскажут. Так, я так понимаю, ты у нас новенький, да? Типа того. Ладно, вот бери свое оборудование и все, иди работай, все. Слава Советскому Союзу! Слава Советскому Союзу! О, так и должно быть? Ха-ха-ха, теперь у меня будет целый килограмм золота! Чел, эти времена уже давно прошли. А мне пофиг! Ой! Думаю, это значит, что мой рабочий день закончился. Я так никогда не накоплю 100 рублей. Ой, я придумал! Я просто уволюсь отсюда и найду работу получше, где я смогу заработать 100 рублей. Чё? Ты не можешь уволиться. А кто мне запретит? Так, начальника, походу, нету. О, тогда я просто уйду, не буду увольняться. Хе-хе. Ну что, вперед навстречу приключениям. Чё? Вандос, ты, кажется, немножко прихерел. Чё-то ты не по сюжету идёшь. Ты как бы должен тут как бы, ну, работать, потом 100 рублей заработаешь и мне отдашь. Ну как бы такой сюжет, чел, ты чё? Ну как бы это мой сюжет, моя анимация, и тут как бы моя идея. Я тут всё придумываю, я тут всем управляю, а не ты. Если нужны пруфы, то вот, смотри. Ну где? Вот, смотри. Так что давай, убирай эту стену и все, я пошел. Ну ладно, надеюсь, своими действиями ты не испортишь видео. Так, те, кто хочет сбежать с Саратова, поднимите руку. Ого, как много желающих, записываю. А неплохая идея.
Итак, мы все здесь собрались, вы чтобы... Вы тут еще на 10 минут собрались. Сэр, пожалуйста, не мешайте нам обсуждать мой суперсекретный план, как сбежать из Саратова. Итак, короче, мы все здесь собрались, чтобы это, обсудить мой план. Короче, как я предлагаю действовать? Вот, короче, мы находимся в Саратове, и... Каждый за себя! Да, каждый за себя! Анархия, мать, порядка! Я это ожидал. Где моё золото? Кто в Майнкрафт, пацаны, кто в Майнкрафт? Если что, я на 1% японец. Брата! Ой. Так кто в Майнкрафт, пацаны? Всем стоять, работает ОМОН! У нас есть информация, что тут проходит план по побегу из Саратова! Ну ёкала мана... Так, ну ладно, значит, получается, буду в одиночку. Да это легче простого. Здорово, бандиты. Это точно подойдет. Гонщик нереальный, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, едет на всей скорости. Фух. А ты кто? Чел, что ты делаешь в этой машине? Чел, что ты делаешь в моей машине? А, я? Я просто угнал твою машину, а ты этого даже не заметил. И сейчас пытаюсь спастись из Саратова, если что. Забери меня с собой. Ну ладно. Стой, а у меня вопрос. Как ты вообще управляешь машиной, если даже не смотришь на дорогу? А, это? Ну, если честно, у меня вообще нет прав, и я не должен водить машину, иначе я караюсь сроком до, не знаю, 5-6 лет в тюрьме, ну или еще где-то. Ну, мне сегодня везет, так что можешь не переживать, все будет в порядке. Ну что, за ними? Да. Ля-л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 я. Внимание, первый пост. К вам на большой скорости приближается у вас патриот белого цвета. Будьте наготове. Вас понял, конец связи. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Первый внешний пост, ответьте. Внешний пост, телевизор, я пишу тебе письмо про то, что... Больше не могу смотреть. Ты слышишь этот гул? Ну да. Пойду проверю. Короче, за нами менты. А, ну ладно, стоп, менты. Ну ладно, прорвемся. Огонь по моей команде! Огонь! Ну и елки-палки. Внимание, первый пост. Нас прорвали оборону. Спасайся, кто может! Вас понял, мы готовы. Он приближается. Сэр, у нас прорвали оборону, что теперь делать? Ничего, я на всякий случай отправил за ним вертолет. Теперь они просто так от нас не уйдут. Вы такой умный, сэр. Да. А теперь иди драить туалеты. Но сегодня ведь не моя очередь. Капец, мы их как будто разнесли. Вообще, изи! Ты слышишь этот звук? Опять. Я пойду проверю. Короче, за нами вертолет. Ой. Внимание, белый патриот. Немедленно остановитесь, или мы откроем огонь. Да хрен с ними, стреляй давай. А, ну ладно. Ничего, нам прорвемся! Всем конец, нам всем конец, нам всем конец, нам всем конец. Так, давай, конец, давай, сейчас, конец, ща, сейчас конец, все будет, конец, сейчас разнесем! Давай, родной ты мой, ты сможешь! Они просто пропали? Ладно, давай просто улетим и забудем об этом. Ну и где мы? Мне кажется, мы в закулисье. Блин!
Он был здесь. Я чувствую это. Офицер Пафос, вы опять за свое!